Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим вкуснейшие яйца. Яйца отвариваем. Сыр, чеснок и майонез перемешиваем. Каждое яйцо разрезаем пополам, желток добавляем в сырную смесь. Теперь нам потребуется кондитерский пакет. Перекладываем в него массу и отсаживаем в половинку яйца. Начинки не жалеем, это очень вкусно. При желании вы можете придать белку яйца фигурную форму, это еще красивее. Далее нарезанную колбасу смешиваем с соленым огурцом. Добавляем горошек и желтки. Желтки предварительно нарезаем или растираем. Осталось добавить зеленый лук и майонез. Самое главное, что все ингредиенты были очень мелко нарезаны. Фаршируем салатом яйцо. Готово! И последний, самый вкусный вариант. Сыр смешиваем с колбасой и наполняем этой смесью яйца. Также на пробу положила лаваш. И как же это вкусно! Отправляю ненадолго в духовку. При желании можно сверху положить еще по кусочку сыра. Вкусно, слов нет. И если бы вы знали, какой вкусный получился лаваш. Обязательно попробуйте запечь яйца в духовке с лавашом. И если вашим детям не понравятся яйца, то лаваш они обязательно съедят. Моей семье этот рецепт очень понравился, и старшей дочери пришлось тут же делать добавку. Надеюсь, эти идеи окажутся вам полезными. Спасибо за просмотр!